В мире бушует коронавирус. По последним данным, погибло около 1 000 000 человек, но, судя по всему, эти люди бессмертны. Иногда последствия вечеринки не только плохое самочувствие, но и исправительные работы. Если эта вечеринка проходит во время всеобщей изоляции. Это видео с парковки Мегахимки появилось в интернете и стало роковым для одного химчанина. Благодаря социальным сетям на компанию веселящихся молодых людей обратила внимание полиция. Одного из участников ролика нашли и привлекли к ответственности. Сейчас парень трудится в Химкинской областной больнице, убирает территорию. Говорит, приставов дожидаться не стал и отправился сюда сразу же, как получил предписание. Сам утверждает, вечеринки не было, а была просто спонтанная встреча с друзьями. Сколько вас там было? Ну, именно наша компания, там 6 человек, по-моему. Что делали? Общались, долго не виделись после карантина. А почему решили именно парковку избрать? Поехали в магазин, ну и что, решили прям там, ну, встать, пообщаться. По решению суда виновник должен отработать 30 часов, по 4 в день. Как говорят сотрудники больницы, такая помощь сейчас необходима как никогда. Сейчас действительно не хватает рук, и именно поэтому в ограниченных условиях это необходимо. Он все делает четко, все, что нужно, ему говорят, он делает. Вот и все. И я думаю, что нормальное такое наказание. Парень говорит, вину свою в полной мере осознал и из ситуации вынес урок. Все же режим самоизоляции – дело серьезное. Потому что его нарушение подвергает опасности окружающих. Так что, как бы ни было сложно сидеть в четырех стенах, важно не покидать дом без крайней необходимости. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.